Всем привет! Пришла посылка из Китая. Шла 4 месяца. Я уже думал, не придет, потому что мне в личном аккаунте на Али написано было, что уже доставлено. Это у меня давно так не было, чтобы долго не приходила посылка. На удивление, в Германию присылали. Я думал, здесь будет порядок получше, чем в Украину, когда прислали. Это у меня батарея аккумуляторная на телефон. По идее, заказывал как оригинальное. Запаковано очень качественно, хорошо, чтобы не повредить. Сама батарейка. 3,85 вольта. Зарядка 4,4 вольта. Так, вот это у нас оригинальная моя, которая в телефоне. Отличается более яркая здесь обвертка. И по надписям тоже немножко отличаются. 3300 мА, вот эта родная батарея, она отработала больше 5 лет в активном использовании. И сейчас она до сих пор, в принципе, держит, если нет мороза, то если с утра она заряжена, до вечера ее, в принципе, должно хватить. Вставляем в новый телефон, это у меня Samsung G7. Проверим, как работает. Так, вошла идеально. Пошла загрузка. Батарея работает, раскачаю ее, то есть 3 раза разрядить полностью до нуля и потом максимально зарядить. И потестирую, и потом скажу свои впечатления, как работает. 2,5 месяца походил с новой батареей. Телефон работает раза в 2 дольше, чем со старой батареей. Мне все нравится, потестировал и в мороз. Я, получается, в начале февраля батарею поставил. Емкость не падает. Ну, то есть, это когда показывают пол батареи, к примеру, осталось, а вышел на мороз за пару минут и сразу телефон выключился. То есть, все держит, все хорошо. Мне понравилось. В принципе, видите, ничего сложного. Заказал, постараться надо оригинал взять и поменять очень просто. Все, подписывайтесь. Палец вверх. С вами был Жигулев Алексей. Пока!